четвертом месте. Виртуально сейчас набирает 12 очков. Здесь сражение за второе место. Едва не доходит до контакта между Эстебаном Оконом и Джейком Деннисом. И в итоге Джейк Деннис сейчас выходит на вторую позицию. Действующий чемпион североевропейского кубка Формулы Рено пытается Окон нанести контратаку во втором повороте, но оказывается сам далеко за пределами трассы. Как бы сейчас по отношению к Оливеру Роланду он не потерял бы позицию. Нет, не теряет. Но Роланд здесь пытается что-то сделать в скоростном третьем вираже. Ничего не получилось. Сейчас виртуально Роланд набирает только лишь 12 очков, а его главный соперник по зачету пилотов 25. И таким образом выигрывает на данный момент Гасли. Виртуально у Роланда 13 очков и до 14 баллов может сократить свое отставание от первого места в турнирной таблице. И сейчас вновь Джейк Деннис здесь атакует Эстебана Окона. В эту же борьбу ввязывается опять Оливер Роланд. Для него важно как можно выше финишировать по отношению к Гасли, как можно меньше очков потерять. И сейчас обратно пытается опередить Джейка Денниса. Бок о бок гонщики в седьмом повороте. И также бок о бок на подходе к восьмому. И в итоге Деннис сохранил позицию. Но здесь Роланд будет сейчас внутри атаковать. Перед одиннадцатым виражом до контакта. И Джейк Деннис отправляет в разворот лидера чемпионата. Повреждено переднее антикрыло. Здесь отвалился регулируемый закрывок с левой стороны. И машина стала похуже по, так скажем, своим цветам теперь на Volkswagen Себастьяна Ожье. Вот такая белая грязная машина у Роланда. Теперь он теряет очень много позиций. На самом деле это...